Всем большой привет! Сегодня испечем известное, всеми любимое и, конечно же, очень вкусное венское печенье. В миску вливаю яйцо, добавляю сахар и ванилин. Все перемешиваю. Добавляю сметану и размешиваю. В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем. К сухим ингредиентам добавляю холодное сливочное масло. Руками все быстро перетираю до мелкой крошки. Вливаю яично-сметанную смесь и перемешиваю. Замешиваю тесто. Если масса липнет к рукам, то можно подсыпать еще немного муки. Тесто раскатываю и делю на две части, одна немного больше, чем другая. Меньшую часть раскатываю на доске в пласт толщиной около 5-6 мм. Убираю тесто вместе с доской в морозильник на 15-20 минут. Большую часть теста раскатываю на пергаменте в пласт толщиной около 5 мм. Сверху намазываю джем, у меня яблочный. Можно взять абсолютно любой, главное, чтобы он был густым. Охлажденное тесто достаю из морозильника и нарезаю ножом на мелкие кубики. Теперь на джем выкладываем наши кубики и распределяем их. Отправляю противень с будущим печеньем в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю около 25-30 минут. Еще теплым корж разрезаю на небольшие порционные кусочки. По желанию еще сверху можно присыпать сахарной пудрой. Печенье выглядит необычно, удивительно, нарядно и празднично. Если вы хотите удивить своих близких, гостей или родных, попробуйте его приготовить. Это очень легко. Друзья, до новых встреч, удачной вам выпечки и всего вам самого доброго!